Ты не на скачках! Какие у вас есть улики? Так, сержант? Полагаю, как минимум должен быть труп. У нас нет ничего, инспектор. Опять вы провалили дело, сержант. Рада снова видеть вас, мистер Диккенс. Пришло ли уже время для новой истории? Кстати говоря, да. Прошу за мной. Беркли Сквер, 50. 4 этажа и надпись. Всяк, кто входит, берегись. Об этом ужасном доме ходит много странных легенд. Первый из известных случаев – это призрак маленькой девочки, которую убил слуга. Ее видели в окнах чердака. Она плакала и в отчаянии заламывала руки. Вы же не боитесь? Давай. В чем дело? Дом ждет нас. Согласно другой легенде, на чердаке обитает дух девушки, которая якобы выбросилась из окна, спасаясь от надругательства. Говорят, будто призрак висел на карнизе окна и кричал. Этим домом одно время владел мистер Джеймс Джаспер, хармейстер, куривший опиум. Его племянник Эдвард был обручен с его ученицей, прекрасной Розой. Однако Эдвард исчез при загадочных обстоятельствах, а за ним и сам Джеймс Джаспер. Возможно, ушел искать утешение в объятиях дурмана. Молодец. Вот так. Тише. Прошу. Хотя здесь никто не живет, дом по ночам наполняют крики ужаса, звон колоколов и стук ставен. Жутковато, да. Но этот эффект создают пневматические трубы и клапаны. Говорят, на чердаке когда-то был заперт юноша. С внешним миром его связывало лишь маленькое отверстие в двери. Разумеется, в конечном итоге он лишился рассудка. Кажется, все легенды вертятся вокруг одной комнаты.
всего лишь порыв ветра. Ого! Может быть, я подожду здесь, пока вы не выясните, откуда этот смех? Вам ведь не слишком сложно. Эй, отпусти! Хорошо. Только скажи мне, зачем вы здесь? Тебе-то что? Говори. Ну хорошо. Мы пришли за кладом. Мы нашли ключ от тайного хода. Какого хода? В доме номер 50 есть тайный ход. Вот, бери. Только отпусти. Я нашел замок, только ключа нигде нет. Вот он. Как это работает? Надо же. Вон из моего дома! Отойдите. Вот она. Я делал это в мыслях. Я делал это снова и снова. Прямо здесь. Никто в мире не любил Розу сильнее, чем я. Это должно было разлучить моего племянника. С ней, бедный Нед. Прости. Say that again! You think you're tough? Come on, man. Thanks for you, yeah.
Увы, но этот миф развенчан. На Беркли-сквер нет никаких призраков. Лишь несчастный, доведенный до безумия чувством вины и дурманом. Это может стать частью нового романа. Но под силу ли мне это? Thank you.
Я же сказала, не при... Что захотите. До встречи. Workers for the stunts again.
Простите, но я не желал вам зла, сэр. Никогда. Мистер Оук, признаюсь честно, вы самый скользкий тип из всех, с кем меня сталкивала судьба. Мистер Диккенс был прав. Повторюсь, сэр, я не имею никакого отношения к этой статье. Это ложь, сэр. Признайте. Оставьте эту чушь при себе. Чушь? Вы называете чушью мое имя и репутацию, сэр. Мое имя! Ха! Гони, чтоб тебя, гони! Но! Это Ричард Оуэн, презренный и недостойный человек. Да ну, обеседовали как друзья. Оуэн работает в лечебнице и знает, кто сделал сироп. За ним! За ним! Быстрее, недоумок, быстрее! На помощь! На помощь! Вот так. Пошла. Гонится за мной! Сделайте что-нибудь! Тихо!
Кто бы ни платил тебе, Дарвин, забудь! Ты представляешь себе, что будет потом? Ничего. Ха! Если ты пытаешься меня запугать, зря теряешь время. Всегда было интересно, насколько прочен этот экипаж. Я хочу задать вам пару вопросов, сэр. Дарвин ничего от меня не получит. Девочка, ты молодец. Вперед. Ну давай. А что насчет сиропа старика? Сироп спокойствия? Чему ученому интересоваться панацеей? Ставлю вашу жизнь на то, что вы что-то знаете. Стой! Говорю, я ничего не знаю. Клянусь! Я не связан и никогда не был связан с теми, кто продает это лекарство. Пусть так, но вы точно знаете, кто его создал. Говорите! Ни слова об этом не скажу. Я, между прочим, джентльмен, и... Джулис. Вас ждет Темза, сэр. Так что лучше скажите. Вас ждет Темза, сэр. Так что лучше скажите. Стой! Бога ради, не надо! Я расскажу все! Доктор Эллиотсон! Джон Эллиотсон! Он создал эликсир. Тебе нужен он, не я. Умоляю, прекрати. Вот. Разве сложно? Да! Nice to us.